Ахмақтар, қайда біздің жилдей арғамақтар, жир титретіп күткен данымыз, иділімде ерок қалған таңнар, ей ол біздің алтын заманнар. Бәйгілерден халық батырларын, дан табына илткен лашыннар, салаватның шанлы юлларынан халықтарыны ирек қаршына. Мен ашақлы, жүз яз, жүз күш алдан, жиған бұйлап жилген атларым, сіздің білен ғымыр соғын кечіп, азатлыққа шапқан шақларым, келешекке шапқан шақларым. Иділ жұртта жазғы жиллер ісе, бәйгілерде үйме, арым. Халқыма, яне, Түрәніне, баш күтірі болғар татарым, рухан күтір батыр татарым. Перевод на русский. Огневы кони, быстрые как ветры, серебряные наши стремена, удавние заволжские рассветы, он наши золотые времена. У кони пробежавшие по свету, несут и зим, и весен до меня, у наших коней, канувшие в лету, по тысяче верст носившие меня. Обижали мы его, он служил нам штангу и в футболе. Друг зеленый детства моего, в память остался светлой болью. Я сегодня на посту стою, в дружественном городе наш Прее. Только тополиную страну я люблю сыновнее, нежнее. В городе гуляет тишина, надо мной небо чужеземья. Тишина границ напряжена, словно проверяется терпение. Здесь весной каштан ударит свет, будут соловьиные рассветы. Понял я, милей России нет, тополей роднее нет на свете. Как бы мне врага не придеть, пусть живется мирно странам братьям. Если же придется умереть, я умру за тополь на Арбате. Спасибо за внимание. Ура! Ахмет Саттар, песня «Сырлык үзлер». Давай. Сырлык үзлер, шамар тесвик үзлер, мусын хвана. Табалмим сезлер, ангел кейн, хаван хансас. Сезни курсам, табалмим сезлер, кенгевне хаван борчисас. Ура! Ура! Ты не вернулся. Браво, браво.
Проход через там скуплянка, молдаванка, собирает виноград. Я краснею, я бренею, надеюсь сказать, станем рекой, сверки летние встречать. Thank you.
правильно называть? Да, как его зовут? Малкаров Ибрагим Карсбиевич. В 1937 году в Финске, 16 лет, воевал 3 войны, встретил победу в Вене в 46 году в конце ноября по возвращении родных земли Северного Кавказа, Кабардино-Балкарии, Балкарской АССР. Вернувшись, не нашел ни одного родственника, откуда все были высланы в степи Казахстана и Киргизии. Вернулся только в 57 году, прожив там 15 лет, восстанавливая колхозы Казахстана. Женился, имел 7 детей, стал впоследствии председателем колхоза, прожил 65 лет, в 82 году умер. Ордена 2 красных звезды был, орден Отечественной войны, орден первой степени. Ой, расстроилась. Не могу. Спасибо, с праздником! Всех воспитал сам, братьев и сестер. Родом с Урала, станция Крым. Прошел под Сталинградом. Маленькая самая сестричка 2 года. Сейчас ты Калининградская область. Что вы чувствуете, когда с праздником всех. Сколько нас фотографировал? Дедушка только есть. А у меня папа, мама, папа, мама и вся наша семья, которые воевали. Да. И вернулись. Ну, один. С праздником вас. С праздником. Татарская делегация у нас. Ну, мы с народом. Московская татарская делегация. Thank you.
самые счастливые люди.
татарказы, но Башкортостанда. Бик яхшы. Сез адан килдегиз бе мында? Мен мында турам. Турасыз, да? А исмегиз ничек? А? Исмегиз ничек? Елена. Исимбаева. Юк. А можно? Зарипова по папе. Давай, приятно. Давайте, телефоны. О, башкирская делегация.